Здрасте. Привет, привет. Сегодня у нас очередная распаковка, но она необычная. Сегодня нашу спонсировали впервые. Да, мы этому несказанно рады. Сегодня у нас всего одна коробочка на распаковке. Вот такая вот большая. Спонсором нашей сегодняшней распаковки является компания EO3. Классно, красиво звучит, да? Да. Хорошо, отработал? Молодец. Так, они нам прислали свой товар на обзор, для обзора. Сейчас мы вместе с вами его откроем, посмотрим, заглянем внутрь и... Поделимся впечатлениями. Да, мы тоже первый раз смотрим, поделимся впечатлениями, соберем, разберем. Посмотрим, как работает. Да, если надо, посмотрим, как работает. В общем, все вместе пройдем. Все, поехали. Открываем нашу коробочку. А где твой фирменный нож? Не знаю, я его куда-то потерял. Та-да-да-дам. И внутри нас ожидает вот такая вот упаковка. Это воздуходувка от компании EO3. Какая-то, как они обещают в описании, пишут, супер легкая, супер мощная, с инновационными технологиями. Сейчас будем ее открывать и проверять, действительно ли так все хорошо, как они обещают, или нет. Так, она у нас легко запакована. Оп. Там все в пакетиках. Инструкция есть. Так, это что? А, у нее в комплекте, я уже почитал, у нее в комплекте плечевой ремень. Это самая штука, чтобы дуть. Труба, дуда. Очки защитные в комплекте. Опа. А вот зачем, интересно, очки? Они важны, да? Ну, вот защитные очки часто люди используют. Если тебе глаза важны, то и очки важны. Но ты все-таки дуешь, получается, от себя. А, ну да. Ну, вот женщина говорит, когда от себя. А знаешь, когда что-то от тебя отлетает, во что-то влетает и обратно прилетает в тебя. Знаешь, физика называется. Так, тут какой-то наконечник. Ну, это само собой понятно. Сама машинка. А, и зарядное устройство. Где-то должны быть еще аккумуляторы. Так. Аккумулятор? Я думала, от розетки работает. Как они? Это беспроводная воздуходуйка. Так, ну что, вот комплектация такая вот у нее. Надо нам ее теперь все открыть, это собрать. Сейчас мы вместе с вами это все и сделаем, да? А потом будем испытывать в полевых, так сказать, условиях. Правда, у нас еще пока своего участка нету. Да. Где проверять буду, пока не знаю. Будем искать, кому-то проситься идти во двор. Косить газон или еще листву старую осеннюю искать где-то, да? Так, у нее такая подставка, смотри, она стоять может. Кнопки, какие-то рычаги. Так, это зарядка, это аккумулятор. Это игрушка поиграть. Я думал, ее надо будет собирать, а тут просто вон пара насадок, да и все. Сложная, да, технология? Да нет, я же умный. Ну вот, видишь, девочки даже справятся. Ну, девочки вряд ли, но я-то справлюсь. Так, короче, есть, походу, две насадки. Короткая и длинная. Да? Хочешь близко дуть? Это, знаешь, как с феном. Всегда есть такая, помнишь, и широкая, да. И такая. Ну да, так я думаю, его можно использовать как фен. Короткая, длинная и совсем длинная. Очки. Да, очки знаменитые. Ничего больше. Защитные очки, инструкция с визитками, вот это вот, вот компания вот так вот называется. EO3 Quick Start Guide. А, это как ей пользоваться. Так, ну нам надо же ее включить, правильно? А что мы это? Мы ее сейчас проверим. Вот два аккумулятора, как заявлено, все есть. Комплектации, так, заряжены полностью. Так вот смотрим, можно смотреть зарядку. Ну-ка, покажи-ка. Нажимаешь кнопочку, он показывает уровень заряда. Mm. Так, мы сейчас без инструкции разберемся, куда вставлять.
Вес этой штуки, как они заявляют на сайте, 2 килограмма 200 грамм. Ну, я примерно так и ощущаю. Тут аккумулятор весит сам примерно как эта штука. То есть вот это кусок пластмассы с двигателем. Там тоже написано какая-то супер-друпер турбина, но я не стал вникать. Ну, короче, как они пишут, супер мощная. Будем это проверять экспертным путем, это нам не важно. Нам важно что? Знать, какие аккумуляторы. Аккумуляторы 4,5 ампер-час. Каждый, получается, то есть это 20 вольт на 4,5 ампер-час с объемом. Как они пишут, что в максимальном режиме, а здесь режим меняется в зависимости от нажатия кнопки. О, он уже работает. Ничего себе, смотри. Нет, вот это я такой, я просто первый раз такой пользуюсь. У меня рука уходить начала, смотри влево. И там все полетело. Короче, смотри, сейчас я расскажу, как они пишут на сайте. Из-за того, что эта турбина какая-то необычная, она тише, чем стандартная. Первое. Второе. В этой турбине нет щеток. То есть тебе не надо ее обслуживать, как обычную, там, обычный электроинструмент. Здесь установлен двигатель бесщеточный. То есть не надо менять щетки и, соответственно, не будет падать мощность со временем. Ну, ты не понимаешь. Зрители, которые понимают, они понимают. Это в смысле надолго его хватит? Нет, в смысле тебе не надо обслуживать. Обычного электродвигателя тоже надолго хватает, но у него падает мощность, периодически вообще он перестает работать, надо заменять щетки. Мощность меняется в зависимости от нажатия. Сейчас проверим, вот чуть-чуть нажмем. Вот, тихо. Вот максимальная мощность. И в максимальной мощности, как они пишут, аккумулятора хватает на 10 минут работы каждого. То есть получается 2 аккумулятора на 20 минут работы. Ну, немного это, конечно, ну и немало для того, что это же все-таки там не электропила какая-то. Хотя электропила беспроводная тоже быстро кончается. Ну, что? Я хочу попробовать. У нас вот такой вот, давай, знаете, давай. Воздуходувки. Вам не видно, там сейчас был эффект Титаника такой, с развивающимися волосами. И губы так. Ну, вряд ли Титаника. Ну да, да, я так же красиво стояла, летела, летала и парила. В общем, я хочу попробовать. Так, пойдем найдем. А, подожди, стоп, а тут еще есть турборежим. А ну-ка, сверху кнопка турбо. Да, она еще дополнительно увеличивается. Ну и плюс еще есть вот этот рычажок. Скорее всего, он фиксирует нажатие кнопки. Да, вот. Смотри. Она увязает. Это не максимальный режим еще был. Сейчас мы, в общем, думаю, пойдем искать листву, траву или еще что-то. Потому что я вот смотрю сейчас на этой коробочке, нарисовано то, что можно и листву им убирать, и пыль сбивать, знаете, там с подушек, наверное, ну, со всего. И даже снег, и тяжелые предметы. Я скажу, что в Америке основное применение этим штукам, это два применения. Осенью листва и весь год, теплое время года, это трава, которую ты покосил, она тебе полетела там на дорожку, на куда-то на твой там патио, а тебе надо ее сдуть, собрать. И как раз таки вот, когда мы арендуем или купим, ну, скорее всего, пока арендуем, да, дом, у нас уже есть такая вот приятная вещь, такой, скажем, подарок нам, да. Помощник тебе с травой и с листвой. Да, да. Ну, сейчас пойдем испытывать, искать место для испытаний и будем испытывать в полевых условиях. Да, все, поднимайся, пошли пробовать. Погнали. Да. Покажи, покажи, нам помогают. Все, вы попали на YouTube. Так, ну что, нам любезно предоставили опытную площадку для тренировок. Для тренировок, да, испытаний. Сейчас мы попробуем эту дурмашину испытать в действии. Посмотрим как она работает. Раскидывают листики. Нам там очень сильно помогают наши помощники. Листья тут все убраны. Ну, попробуем хотя бы что-то сделать, да? Хотя бы это. Ну вот, смотри, вот они под ногами, вот тут вот лежат. И надо их, да, раскидать. Накидаем побольше, да? Так, для этого, для специального места. Ладно, проверим вообще, как она работает. Как она раздувает. Работает. Так, есть еще турборежим. Ну вот здесь лучше видно, смотри. Здесь она сдувает намного лучше.
Короче, функции свои выполняет машинка. Листьев тут уже все убрано, убирать негде. Но вообще она дует вот хорошо. Дует хорошо, да. Ну, я думаю, это больше бы попадет, наверное, для этого, для газона, для такого всего. Ну да, убирают именно листву, да, с дорожки, пыль с твоего драйвея. Короче, что, мы будем пользоваться, мы благодарны компании, которая нам это предоставила, да? Да. Если вас интересует такая же штука... Переходите по ссылке в описании, мы ставьте советуем, класс. Да, переходите, будет там вся ссылочка, все ссылочки будут в описании. Смотрите, читайте, кому интересно, заказывайте. Все, всем пока, друзья, смотрите нас дальше. Всем пока-пока. Пока. Thank you.